Сейчас я попробую вам рассказать стихотворение Агнии Барто, которое она написала вместе со своим супругом Павлом Барто. Это детское стихотворение, оно достаточно ярко окрашенное и богато акцентами. Называется это стихотворение «Девочка чумазая». Ах ты, девочка чумазая, где ты руки так измазала? Черные ладошки, а на локтях дорожки. Я на солнышке лежал, ручки кверху держал. Вот они и загорели. Ах ты, девочка чумазая, где ты носик так измазала? Кончик носа черный, будто закопченый. Я на солнышке лежала, нос кверху держала. Вот он и загорел. Ах ты, девочка чумазая, ноги в полосы измазала. Не девочка, а зебра, а ноги, как у негра. Я на солнышке лежала, пятки кверху держала. Вот они и загорели. Ой, Ли, так ли? Так ли дело было? Отмоем все до капли. Ну-ка, дайте мыло. Громко девочка визжала, как увидела мочалу. Цапалась, как кошка. Не трогайте ладошки, они не будут белые, они же загорелые. А ладошки-то отмылись, оттирали губкой нос, разобиделась до слез. Ой, мой бедный носик, он мылый не выносит, он не будет белый, он же загорелый. А нос тоже отмылся. Отмывали полосы, кричала громким голосом. Ой, болит щепотки, уберите щетки, не будут пятки белые, они же загорелые. А пятки тоже отмылись. Вот теперь ты белая, ничуть не загорелая. А это была грязь. Спасибо, до свидания.